Всем привет, ребята, и вы на канале MyPet. И сегодня мы в гостях у нашего беленького хомячка под именем Микки. Ку-ку, Микки. Сегодня я ему принесла одну вкусняшку. Он сейчас кормика поест, я ему дам. Это будет первое такое растение, да? Которое ты будешь есть, прямо выращенное у нас за двором, да? Ну, не первое, в этом году первое, конечно. Микки кушает. Как это мило. Смотреть, как хомяк жует красивую сочную капусту. В таком красивом контейнере. Сейчас я покажу вам вкусняшку, которую я ему хочу дать. Вот такую вкусняшку я ему хочу дать. Это цветочек одуванчика. Он его еще ни разу не ел, так что посмотрим его реакцию. А вот эти вот листики он ел. Так что давайте ему сразу же дадим эти листочки. Да, Микки? На, вот тебе. Это листики, это не бойся. Вот, видишь, какие вкусные. С огородика. Не с огородика, а с нашего дворика. Такие красивенькие, да? А тебе еще одну вкусную штуку сейчас дам. Тоже это дуванчика. Только этот цветочек, хорошо? Будем такое есть, Микки. Кушает сегодня Микки. Ой, что-то за щеку складывает. Так, Микки, давай-ка вкусняшку такую будем. Конечно, будем. Хомяку понравилось. Какая прелесть. Смотрите, как это мило. Хомяк просто у меня вырывает из руки этот одуванчик. Но я хочу его покормить, а то он куда-нибудь убежит с ним. Мы его не увидим. Да, Микки? Такой беленький, пушистенький хомячонок. Сейчас расскажу одну историю. Как мы с Микки один раз вышли погулять. Короче, вышли мы погулять во дворе. Был обычный солнечный день. Это было в прошлом году. Было 18, где-то 20 градусов. Было достаточно тепло на улице. Это такая хорошая температура для хомячка. А за двором у нас гуляли кошки. И кошки эти были то ли больные, то ли я не знаю. Но, короче, очень дикие, очень такие резвые. И представляете, одна заскочила во двор и начала чуять моего хомячка. А я в это время что-то там делала, я не помню уже. По-моему, листы одуванчика я ему тоже обрывала. Значит, подходит эта кошка и начинает орать. Я испугалась, начала ее отгонять. Микки задвинула вообще еще дальше. Клетку отдвинула еще дальше от нее. Значит, начала ее прогонять, а потом она как на меня напрыгнула. И я быстренько на порог, и она потом споткнулась, лапу поранила, она, конечно. Очень жалко кошечку. И она сразу убежала. Я очень испугалась за Микки. Но в итоге зато рада, что он выжил. Что он не пострадал. Накрошил и пошел. Да?
Тут очень жарко у меня в комнате. Вообще, вот у нас уже погода достаточно такая хорошая, уже светло, уже не так быстро день кончается, уже солнечно, немножко, ну, немножко прохладно, но так уже вроде как нормально. Хомочка уже зашел к себе в домик. Пьете? Там шевелится. Шевелится наш от петелочки. Что там жует или опилки рвет? Не опилки, а салфетки. Вот ночь оказался. Давай, Ники, выходим, у тебя еще хотим посмотреть. Мордень показалась. Давай, 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 выходи. Давай, давай, давай. Вот умница. Давайте я выберу что-нибудь тут из корма. Из корма. Ой, Ники тут уже за мной ходит. Бродит, сразу понял, что ему что-то вкусное. Хочу дать. Ники, я не нашла тебе ничего вкусного. Хочешь вот гречку? Гречку. Нет, скажи, надоела твоя гречка. Вот так у нас живет хомяк в муке. А дальше шалунишка. Оп, и в домик. Ладно, ребята, всем удачи. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Просматривайте мои видео как много больше, тогда будут видео очень интересными. Всем удачи, пока-пока.